Привет, дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад у Аленушки». Тема сегодняшнего видео пойдет о цветочке под названием «Энотера ночная свеча». Это многолетний цветок, очень красивый, одно из редких растений, цветущих по ночам. Когда солнце уходит за горизонт, можно будет увидеть красивые бутоны, распускающие, словно такие кувшинки, и в течение короткого времени, как только солнце спряталось, раскрываются эти соцветия. Очень красивые, яркие, на такой глянцевой зелени смотрится великолепно. Это редкий гость на клумбах, я обратила внимание, цветоводов-любителей. Но тот, у кого есть такая красота, тот знает истинную красивую красоту цветения этого цветочка. Это неприхотливая культура, способна расти на разных почвах, нетребовательна к освещению и поливу. Растение не переносит застоя влаги, поэтому я ее высадила вот на такое как бы возвышенное место, чуть-чуть сделала небольшую возвышенность, чтобы не было застоя воды, влаги. Размножается она и семенным способом, и вегетативным. Семена очень хорошую имеют схожесть, растению этому 3 года. Высевала я дома на рассаду. Конечно, в южных регионах ее можно запросто сеять сразу в открытый грунт. В центральной части желательно, можно, конечно, попробовать в открытый грунт, она тоже, может быть, хорошо взойдет. Но я высевала ее на рассаду, и потом растение, уже рассаду переносила, высаживала в открытый грунт. Растение очень хорошо развивается, оно выпускает побеги, на побегах красивые соцветия, но осенью эти побеги я обрезаю, и уже весной выходят вот такие красивые кустики, которые в дальнейшем дадут побеги. И на небольших побегах 10-15 сантиметров уже в междуузьях будут эти новые тростки, будут с цветением. Сейчас, в данный момент, что я хочу дать, это, хотя и дождики, но с утра вроде как дождика у нас нет, пока земля, грунт такой вот сырой, хочу дать для хорошей, наращивания хорошего зеленой массы, азотного удобрения, мочевину. 1 столовую ложечку я вот так рассыплю по всем моим растениям и немножко как бы порыхлю вокруг. Вот так постараюсь не задевать зеленую массу, чтобы удобрение подальше от корневой шейки было. И немножко вот так порыхлю. Весь уход весенний будет. Можно, конечно, замульчировать, чтобы, если будет засушливое лето, чтобы каждый раз вот так часто не поливать. Но она, хотя и очень засухоустойчивая, один раз в месяц хорошо пролить и достаточно. Ну, а можно мульчу подсыпать, и будет очень замечательно и хорошо. Корни когда-то пересаживала, я давала одно растение, сестре выкапывала кустик. И корни очень глубоко идут внутрь земли. Очень на большом расстоянии углубляются. Поэтому она хорошо разрастается. И очень хорошо ее делить, если вы хотите размножить. Можно просто выкопать и разделить кустик, потому что на одном, смотрите, сколько побегов. Вот, несколько побегов можно по одному побегу разделить, и будет много растюшек этого прекрасного цветочка. Вот, друзья, я в таком небольшом видео вам показала уход весенний Энотера ночная свеча. Сейчас вы увидите фото прошлогодних моих цветений этого цветочка. И посмотрите, какая красота цвела у меня в прошлом году. Если понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю здоровья, удачи, красивых цветов, хорошего урожая. До новых встреч. С вами была Аленушка. Пока-пока.